Друзья, всем привет! Ранее мы в наших обзорах вам рассказывали о новых генераторах бренда Snirix, которые есть в нашем ассортименте. Более подробно об этих генераторах сейчас вам расскажет наш менеджер Алишер. Всем добрый день, меня зовут Алишер. Ну что ж, давайте начнем с рамы. Рама здесь толстая, 32 мм. Как вы видите, форма позволяет защищать генератор со всех сторон. Также в верхней части есть специальный изгиб для удобной транспортировки и перемещения. Также генераторы оснащены большими колесами и удобными ручками для максимально комфортной транспортировки, что, кстати, очень важно для многих из наших клиентов. Также стоит отметить просто огромные баки на 35 литров, вне зависимости от мощности и модели данных генераторов. Такие баки обеспечивают работу генератора на долгие часы. Конечно же, все генераторы оснащены электростартером и системой регулировки выходного напряжения, она же AVR. Эти функции есть в большинстве современных генераторов, и этим никого не удивить. А вот чем реально можно удивить, это система бесключевого и дистанционного запуска. Перед запуском нужно подключить клеммы к аккумулятору, также проверить уровень масла и уровень топлива. После того, как мы удостоверились, что все хорошо, открываем кран подачи топлива и можно запускать генератор. Держим кнопку 3 секунды. Отключается так же просто, как и запускается. Если говорить о системе дистанционного запуска, то она выглядит вот так. Брелок с двумя кнопками. Сама система закрывает ключевой вопрос многих наших клиентов о том, что делать, если на участке или дома остались люди, которые не знают, как запускать классический генератор. Здесь у нас присутствуют две кнопки «Старт» и «Стоп». Для того, чтобы запустить генератор, необходимо нажать на кнопку «Старт» и зажать ее в течение 3 секунд. Максимально элегантное и эффективное решение. Ну, как мы сказали ранее, все эти фишки присутствуют на всех генераторах Snirix, которые есть в нашем ассортименте. А более подробно с самим ассортиментом и с ценами и наличием вы можете ознакомиться на нашем сайте. Всем спасибо за внимание и хорошего дня!